Успел? Марио, еще раз так сделаешь, замена будет. Я же просил внимания не привлекать. Нет. Добрый день, уважаемые дамы и господа. У нас на очереди очередной матч МФЛ, летний кубок. Мы снова в строю, мы снова в деле. МФЛ уже с первых дней радует болельщиков замечательным футболом. У нас на очереди матч Лиги ЦД, Кубка ЦД. Получается, это команды, представленные на этом кубке, в этой лиге, командами из Лиги С и из Лиги Д. Встречаются между собой Алет FC и МФЛ Тим. МФЛ Тим уже, между прочим, свою первую игру на этом кубке провели бы. Это была первая игра на этом самом поле. Удалось одержать супер волевую победу над командой ФБ ПС. Вот сейчас МФЛ экзаменует Алет FC. Алет FC в белой форме, МФЛ Тим в серой. И у нас уже вот так 1-0 на первых минутах. МФЛ Тим открывают счет. Есть небольшие проблемы с интернетом. У нас Васильченко Данил забил. 1-0. В первой игре тоже МФЛ Тим в своей первой игре вперед выходили, потом два гола пропускали и снова вырвали победу. Павел получает мяч на острие атаки. Назад передача на Умарова. Умаров дальше. Нет пока протокола, поэтому я, честно говоря, являюсь игроком МФЛ Тим, но в составе знаю только Павла и Воликова, и все. Алет вперед. Алет — это команда, которая... Сейчас болельщики, уважаемые Алет FC, поправляйте меня, заняли первую строчку в Лиге Д в этом сезоне и в следующем сезоне будут выступать в Лиге С. И при этом я бы что еще хотел отметить. Алет FC — это команда, которая... у которой один из самых активных, один из самых ярких инстаграмов в МФЛ. Очень активно команда его ведет, много роликов, много видео. По-моему, есть и рилсы на ютубе, поэтому стоит эту команду обязательно в этом плане выделить. Но пока по игре буду, по крайней мере, я с командой знакомиться. Пока не очень уверенно команда смотрится. Ой-ой, здорово. Ой, как здорово сыграл. И отдавать нужно на пустые ворота. Удары! Пропускает МФЛ Тим быстро. Вот, пожалуйста. Ну, в этой атаке стоит выделить, конечно, игрока под 11 номером. Турткулбаев Нурдаулет просто фантастически разобрался сразу с двумя игроками МФЛ Тим и отдал передачу на своего партнера, на Киртаева Бигжана, который открывает счет. Ой, открывает. Сравнивает счет в этой игре. 1-1. Вот так у нас яркое начало этой игры. Уже на первых минутах два замечательных гола мы увидели. И то ли еще будет. Омаров. МФЛ Тим команда пропагандирует наркотики, сигареты и кальяны. Шучу. Здоровый образ жизни команда пропагандирует. Взять одного, по крайней мере, одного хотя бы защитника, Лысенко. Владимира, который уже на минуточку в МФЛ. Вот если хорошая атака, сейчас МФЛ Тим посмотрим. Васильченко в серединку. Здорово! И кипер. Самый настоящий сейв совершает. Какой номер? Не вижу я уголкипера. Под 26 номером, да. Это у нас Тлео Кейв Ануар в воротах. Потрясающий сейв совершил сейчас. Давайте к стартовым составам я перейду, и потом уже дальше по игре будем с командами знакомиться. В воротах у МФЛ Тим Касымжанов. Касымжан ошибается сейчас защитник МФЛ Тим. Алет FC в атаку рвется. Хорошая передача в разрез. Ну, дойдет ли дело до удара? Пока так... Заглохла немного атака. В обороне у МФЛ Тим под 11 номером Таиров Рустам. Под 8 номером Шок Станислав. И с такой звучной фамилией он, в принципе, так и играет. Шокирующе. Под 6 номером впереди у команды будет действовать Васильченко Данила, автор забитого мяча. Под 17 номером
также очень хороший игрок, Баталов Фархад. И под пятым номером Раби, марокканский легионер команды Раби. Не могу я прочитать его фамилию или имя, поэтому просто Раби. А стартовый состав команды Алет. Стартовый состав команды Алет ФС. В воротах команды Тлеукей Фануар. В обороне под восьмым номером будет действовать Ибраев Рустам вместе с капитаном команды. Это у нас Избасар Олжас под десятым номером. Впереди у команды под одиннадцатым номером Турткулбаев Нурдаулет под 98-м номером автор забитого мяча Киртаев Бекжан. И под 17-м номером легионер команды — это у нас Бая Кунуджи Кристиан. Просто буду Кристиан называть его. Свалили там на дальней бровке Станислава. Это фол. Это фол. Таиров. Хорошая передача здесь у нас под номером, без номера. Вот так и написано в заявке. Шухрат появился. Хорошая атака Алет ФС. И у нас счет становится 2-1. Вот этот парень, конечно, разрывает. Туркулбаев Нурдаулет. Просто первый гол соорудил. И вот, пожалуйста, уже выводит свою команду вперед. Еще экватор первого тайма не миновал. А у нас уже Алет ФС вот так... Ну, не сказать бы, чтобы прям в обороне плохо сыграли в моменте с пропущенным мячом. Там была ошибка индивидуальная. Но вот в атаке команда, после того, как, кстати, как мы их покритиковали немного за игру, Васильчик Караби. Ошибается марокканский легионер МФЛ Тим. Шок. Вперед передача. Раби здорово в отборе. Нет, не успел, не смог достать. Не стесняюсь, пишите свои комментарии. Диас Балтабаев пишет: Алет вперед. Алет вперед. Период. Васильченко здорово. Эх, не смог Шухрат подобрать мяч. И снова мяч у вот этого. Это же Лео Месси какой-то просто. Лео Месси на самом деле не в Майами уехал. Лео Месси, оказывается, уехал в Алет ФС. Просто что творит Нурдаулет с обороной МФЛ Тим. Просто, как говорится, как говорили в дворовом футболе в мое время, возит как тузик грелку. По-моему, так говорит. Кидайся, Раби, не кидайся! Касым здорово. Снова Нурдаулет. Ну вот даже условно Васильченко не может ничего с ним поделать. Нурбек вроде бы... А, и вот сейчас Раби может желтенькую карточку получить. Ой-ой-ой, какой удар от Турткулбаева Нурдаулета. Оформляет дубль этот форвард. Просто он сделал этот первый тайм для Алет ФС. Просто голевая передача и два забитых мяча. Ну что за талант в Лиге Д. Прозебал. Ну вот, наконец-то мы его увидим в Лиге Ц на этом самом поле вскоре осенью. Надеюсь, нас также будет радовать своей игрой. Ну, надо зайти в заявку прошлого сезона и посмотреть вообще, играл ли он. Сколько забивал. Ну, к сожалению, нету телефона под рукой. Ближе, поэтому ближе. Повторюсь еще раз. Обязательно напишите, играл ли Нурдаулет в сезоне весеннем за Алет. Ближе там, ближе.
Не, нельзя. Только выронил же. Я чуть-чуть на правах игрока МФЛ Team чуть-чуть подтапливаю за эту замечательную команду. Явно команде сейчас не хватает Павла Воликова в составе. Вот раз за разом есть проблемы в атаке, некому зацепиться. Шок, здорово. Дальше передача. Фархад должен в серединку отдавать Раби. Но через себя, ой-ой-ой, там Капан Талгат появился. Вот этот игрок нам знаком по игре за команду ФК Баскетбол в весеннем сезоне. Талга Турбо у него было на спине написано. Именно под этим прозвищем он нам запомнился. Правда, последнюю, вторую часть сезона куда-то пропал, на игры совсем не ходил. Алет Сила, Диас Жан Мадбурбай. За Алет болеют только Диас сегодня. По крайней мере, в онлайне. Игрок под шестым номером у Алет ФС появился. Очень рослый защитник Мансур Жанбулат. Под 18 номером также на поле появляется Жумабаев Нурбол. У нас хорошая атака Алет ФС. Там МФЛ Team, игра в обороне, мне напоминает, как... небольшое стадо такое. И с чабаном Казаишвили Лаш. Вот именно он руководит ими. По третьим номерам у МФЛ Team на поле появился Пахридинов Ришат. Он, кстати, в первой игре МФЛ Team на этом летнем кубке забивал. Хамзанов Алишер также появляется у МФЛ Team. Выставляет стенку голкипер МФЛ Team Касым. А пробивать у Алета все будет Капан Талгат либо Избасар Олжас. Талгат будет это делать, пробивает Касым на месте. Ну, хороший выстрел, очень мощный получился у Капан Талгата. Ой, ошибается сейчас капитан Олжас. Там свалил Фархатов. Сейчас желтую карточку должен получать. Эх, не получилось, да, быстро подобрать. Алишер, шок, Фархад, прострел, голкипер на месте. Капан Талгат, здорово, в серединку. Снова получает Талгат мяч, он под пятым номером играет. А Лето все это... Кстати, ой-ой-ой, Алишер там свалил, да, сейчас игрок под 18 номером. А Лето ФС, насколько я знаю, это магазин спортивной одежды. То есть, кому нужна форма, можете обращаться именно к этой команде, к представителям этой команды. И вот часто при этом, кстати, сами производители формы для себя выбирают форму не очень. Ну вот мне, по крайней мере, форма... у Алет ФС очень нравится. Кстати, я помню, у Алет ФС по прошлому летнему кубку тогда команда не вышла, по-моему, из группы. Но тогда за команду играл Нургожаев Арыстанбек. Это игрок Кайсар Плазы. По-моему, еще кто-то. Если я не ошибаюсь, Пиле был Хошназаров. Наоборот, Гришка, уйди, ты есть Стас здесь. Шок с дальней дистанции попытался пробить, но пока есть сложности в атаке у МФЛ Team. Архат, прострел, ой, голкипер. Не очень уверенно сегодня в створе ворот Леуки Фануар действует. Сейчас мог себе сам за шиворот закинуть мяч. Архат.
Фархад назад на Касыма, прессингует его нападающий. Ой, опасно Касым сыграл, но вот зато прошла эта передача, и можно обрезать сейчас, и забивает МФЛ Тим. Хорошая комбинация получилась, и Таиров Рустам забивает. Я бы хотел отметить передачу, конечно, Баталова Фархада. Просто вырезал, на блюдечке положил. Просто Таирову осталось замкнуть. Что он и сделал, собственно говоря. 3-2. Здорово, Таиров. Ой, ошибается Фархад, и 3 в 1. Сейчас атака. Неужели он опять забьет? Ну, не выпускайте Нурдаулета, это запрещено. Что он творит сегодня? Просто фантастика. Вот без него, кстати, пропустили. Его не было на поле. Альшер. Снова он просто прошивает всю линию обороны. При этом никому не отдает передачу, исключительно индивидуальным действием. Ну, напоминает игру Лео Месси на чемпионате мира, когда просто в одного он мог вот так двух-троих пройти. Видимо, Нурдаулет также хочет выиграть этот летний кубок, как Лео Месси хотел выиграть кубок чемпиона мира. Фархад. Здорово под себя. Дальше передача. Алишер, Фархад. Можно и пробить. Ой, здорово, перебрал. Один стоит против четверых. Мало, мало поддержки. Стас назад на Рустама. Нурдаулет. Здорово сыгран Касым. Хорош, мяч сыгран. Здесь пенальти и речи быть не может. Шок. Разгонять нужно. Конец первого тайма у нас. Фархад. Мне кажется, силы у Фархада уже нет. Хороший он минуты провел. Надо уйти отдохнуть немножко. Капан Талгат. Здорово. Марио возвращается под шестым номером на поле. Просит передачу верхом. Таиров. Ай, ошибаюсь, Таиров. Это обрез. Никто не бежит назад. Нурдаулет. Еще одна голевая передача или гол? Нет. И у королей бывают ошибки. МФЛ Алга пишет All In. Слабый кипер, Слава, вставай обратно в ворота. Хороший кипер, Касым хороший голкипер. Защита плохая, я бы так сказал. И тренер плохой. Атмосфера не та в команде, царит. Передача на Васильченко. Ой, Павел просил там на дальний передачку, но мне кажется, да, пропустил бы Васильченко и быть бы гол. Потому что реализация у Павла на должном уровне. Ой-ой, Нурдаулет снова проходит, но назад передач не точно. И что ж такое, не могут со своей половины выйти МФЛ Тим. Шок.
Шокирующая передача от Шок Станиславу и Васильченко. Головой снова бьет. И у нас первый тайм подошел к концу. 3-2. Вот так много голов мы целых 5 увидели в первом тайме. Хороший футбол. Если это можно назвать футболом, то это хороший футбол. Стартует второй тайм в нашей игре. 5,5 голов мы увидели в первом тайме. Открытый футбол. Мега атакующий футбол от МФЛ Team. Все в атаке, никого в обороне. А лето все уже в свою очередь. За счет, в первую очередь, фантастической игры Нурдаулета демонстрирует. Ну, хотелось бы, конечно, увидеть еще кого-то в деле, да. Но пока всю игру, по сути, строит у лето все. Хотя есть вот условно Капан Талгат, но пока всю игру в атаке строит Нурдауле. Но это исключительно мое мнение, могу я ошибаться. Ну и статистика говорит о том же самом. То есть одна голевая передача, там буквально на пустые выкатил, и два забитых мяча. По 14 номерам у нас у Олет ФС появляется Ануарбек Алибек. Он очень сильно похож на хоккей Назимжана из команды Proper Data Management. Раби плохо разыгран угловой. Капан Талгат по бровке бросает. Васильченко против него. Тоже очень быстрый игрок. Воликов вырезал передачку на Васильченко. Васильченко, ну почему Раби на дальний пошел? Тут передача у Воликова просто фантастическая. Это, ну, просто вы посмотрите предыдущую игру и эту. Просто человек два гола соорудил в первой игре. Здесь просто отдал на блюдечке. Отдает редко, да? Вот это, наверное, первая передача за всю игру. То есть, если чаще был бы в игре, возможно бы у МФЛ Team было бы все прекраснее, чем на данную минуту. Раби. Назад. Лысенко. Шухрат. Ошибается Шухрат. И атака. Ой, Нурдаул, это желтая карточка. Это желтая карточка для...
Да, абсолютно адекватная желтая карточка за срыв опасной атаки. Да, все правильно, вот и со скамейки Олет. С этим решением арбитра, конечно, согласен. Еще бы они не были согласны. Ну, можно было и красную попросить, да, многие команды это делают. Нурдаули отбьет, Касы спасает. Капан Талгат пытался добиться, но Воликов хороший в оборонке доработал. Здорово, здорово, ой-ой-ой, удар не получился у игрока под 16 номером. 14. У Олет ФС есть проблемы с шортами и с майками. То есть на шортах один номер у многих игроков, на спине другой. У одного, по крайней мере, точно есть. Классом сейчас как спас свою команду. Вроде бы проспал ближний угол, но успел вытянуться в струночку и свою команду спас. Нурдаулет. Ой, что за передача от Нурдаулета. И он устает. Вы видели в первом тайме, под конец первого тайма он ошибся. Вот и сейчас обрезается он. Раби разгоняет атаку. Ну-ка, Воликов, еще одна передача фантастическая. Где магия Воликова? Да, но приходится пока вот так назад сыграть. Передача на Шухрата, Шухрат на Касыма. И Касым будет вперед отгружать. Воликов. Нет, Васильченко там открывается. Васильченко, удар дальний, но справляется с этим ударом голкипер. И контратака, Нурдаулет, ой-ой-ой, какой финт. Красиво, от передачи отдать не смог. То, кого бы я еще выделил в составе ФС, это, конечно, игрока под 98 номером. Именно он сравнивал счет в этой игре. Такиртаев Бигжан, хорошая атака. Тут Раби доработал, более того, отворот будет, нет пенальти. Капан толкает. Давай, давай, подтушивай. Плохая атака Олет ФС. И Шок здорово вперед бежит, бьет, но отдай ты передачку. Давай, давай, давай. Васильченко назад, Раби, но не видит. Раби очень плохо видит своих партнеров. Вот сам пошел, снова ошибся. Что ж ты сделаешь? Меняются игроки у МФЛ Team. Вот тоже тактический ход. Да? Обычно меняют на своем мяче. МФЛ Team меняют на чужом. Капан бьет с дальней дистанции, не точно. Я так понимаю, все штрафные, все стандартные в команде Олет ФС исполняет именно пятый номер. Шок. Архат. Сейчас, наверное, на поле сейчас самая боевая пятерка у МФЛ Team. Все игроки, которые с МФЛ, хорошо знакомы. И, в принципе, даже если брать Олет ФС, то, что команда с Лиги Д подняла, у команды мало опыта выступления в других лигах. Вот если взять МФЛ Team, того же Васильченко, он и в Премьер-лиге играл, и в Лиге А. Того же Таирова, он тоже много где проиграл. Нурбек, то есть тут, по сути, то игроки должны быть наоборот, даже по опне, и они должны инициативой владеть. Давай, давай, давай.
Нурдаулет, чисто сыграно, опасно там летел Нурдаулет, так можно и ногу сломать. Фархад с дальней дистанции бьет, а Нурбек совсем один справа находился, да. Нурдаулет, Нурбек здорово доработал, чисто, абсолютно чисто сыграно, можно атаку, контур, наступление, что это? Таиров, двое сразу против него, ну чисто сыграно, нет, Таиров просто своим взглядом посмотрел и фол заработал. Заработал фол взглядом, я бы так назвал. Таиров бьет с дальней дистанции, снова не очень уверенно действует Ануар, но главное отбил. Нурдаулет одного снова раскачал. Еще двое, какая передача, браво, просто я приятно удивлен от игры Нурдаулета. Я не думал, что есть в Лиге Д такие техничные таланты. Кабан Талгат. Ближе, Нурба, заработай, у тебя сменка. Ближе. Ой-ой-ой, Кабан Талгат ошибся. Фархад здорово на опережении сыграно. Там, мне кажется, жестковато было сыграно игроками Олет ФС. Рука. Да, там не раз уже свалил игрок под 14 номером. Это... Ануарбек Алибек. Нурба на своем коже. Ты желтую карточку получает. Далее выстрел Таирова. Опаснее. FL Team команда непредсказуемая. Такое может и залететь у них. В таком несвойственном стиле играет команда. Не, я бы сказал, стиль у команды неизвестный. Вот так просто. Не, нет его. Он есть, но его нет. Команда ищет его, найти не может. Продолжается у нас игра, 9 минут 8,5 впереди, нас ожидает, пока 3-2, а Олет ФС впереди, ни одного гола во втором тайме, при этом в первом целых 5, и ну, такое бывает часто в МФЛ, но видно, что Олет ФС так больше стало действовать, ну не рискует, я бы так сказал. Капан Талгат. Тихо, 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 успокоен. Успокоен. Тихо, Фархад. Здорово, Капан Талгат исправился. В свою очередь на опережении сыграл. Здорово, разыграно. Ну, Нурдаулет. Вот это уже лишнее было. А вот если сейчас обрежется, Нурдаулет из героя в антигероя может превратиться. И он это делает. И что делает? Батала Фархад. Вроде уже выходили 2 в 1, но не удалось атаку свою даже до удара довести.
Шок. Ужас. Здорово здесь на ложном движении. Ой-ой-ой, как красиво удар. И тут Шухрат здорово сыграл, подставился под этот удар. Ну, красиво в очередной раз сыграл Киртаев Бигжа. Назад передача, ошибка и контратака будет, нет. Фантастика. Какая скорость. Это Ливерпуль в лучшие свои годы. Мане, Салах и Фирмино. Как они мчались сейчас в атаку. Фантастически. Фархад потрясающе развернулся. А вот передача плохая. Контратака будет от Алет ФС. Передача туда дальше на Алибека не дошла. Альбек так сейчас может и на вторую желтую наиграть. Я думаю, еще один фол и... Еще один фол такой, еще один срыв атаки и, возможно, будет красный. Шок. Желтая карточка по сигналу, да, было. И желтая карточка для Шок Станислава. Шок шокирован сейчас, не понял он, за что ему желтую карточку предъявили, а потому что по свистку там арбитр говорил. Зачем пара? Зачем он же уходит от головы? Все, все, ближе там, ближе, ближе! Шок. Ошибается Станислав и Алибек здорово сыграл. Нурдаулет. Да. Сглазил, мне кажется, я Нурдаулет. Он от таких такой хвальбы, конечно, в Лиге Д получить этот комментатор не мог, потому что там нету съемки. Потрясающий первый тайм. И второй тайм, конечно же, что-то у Нурдаулета сломалось. Ничего не получается у 11 номера. Шок. Передача на... Когда Воликов будет играть плохо, я буду называть его Павел. А когда будет хорошо, буду Петр говорить. Ну, форвард, конечно, просто мега... мега ординарный. Сравнивали его даже многие после первой игры сегодня, что похож он по манере игры на Ромелу Лукаку. Вот, не знаю. В этой игре пока не так ярок. Павел. Павел Лукак. Зачем? Нет. Я бы сейчас забил 2-3 и... Да, и... Шухрат. Передача на Васильченко. Васильченко здорово развернулся. Ай, отдавать нет, здорово. Нет, не здорово. Там здорово подстраховал своих игроков Ибраев Рустам под 8 номером. По-моему, сегодня еще не появлялся на поле. Это его первое появление. Подача, Шок, Алибек вверх снимает. Шухрат. Шухрат, ну надо помогать, потому что здесь Капан Талгат совсем один стоял. Сука, доработай, нет, 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 нет
Куся, блядь! Здорово, Олег действует. Две минуты играть, а они мяч контролируют. Уже, наверное, минуты полторы точно. Как только вперед идет обостряющая передача, так сразу ошибка у Олега все. Ну как, если можно ли назвать это контролем? Капан Талгат просто один с мячом бегал, никому не отдавал. И у него никто мяч не отбирал. Ну тоже контроль, почему нет? Капан Талгат. Против него Фархад. Несколько раз перебрал мяч и отдал передачу на Таиров. Что он делает? Рустам. Передача на Васильченко. Дальше Петр. Петр или Павел. Назад. Шок. Рустам. Снова шок. Фархад. Движение пошло у МФЛ Тим. Какой-то движ пошел, непонятно. Шок. Фархад. Ой, красиво сыграл в этом эпизоде. Ужас обыграл и прострелить. Прострелил-то прострелил. Ну вот там же никого из партнеров не было. Ужас догонит. Олжас тяжеловат. Тяжеловат, но Олжас капитан. Ошибается Олжас. И Петр. Петр Воликов в ближний убил. Ну хорошо, хорошо. Первый удар Петра в этой игре. Ну хорош, хорош. Молодец. Петр. Хорош форвард. Потеря для Талдыкурганского ЖТСУ. Шок быстро разыграл Фархад. Шок. Дальний выстрел. Ой, ну что ж ты, Павел, ходишь там на дальненькой. Надо открываться под дальненькую. Все правильно. Передача-то была хорошая. Ну как, удар, наверное, это был все-таки в первую очередь. Ошибается. Алетов все волнуются. Раз за разом идут ошибки. Нурдаулет снова появился. Нурдаулет под левенькую, читают его уже игру. МФЛ Тим во втором тайме просто его закрыли. Здорово, Васильченко уходит, это желтая, конечно, точно, но это шанс для МФЛ Тим сравнять счет в этой игре. Нет тайм-аута, а может и есть. Сейчас что-то можно придумать. Васильченко. Троих человек сразу поставил. Таира в ближний угол. Эх, не попал. И все, у нас звучит свисток. У нас, оказывается, подошло к концу основное время этого матча. 3-2 победа Олет ФС. Первую победу на этом кубке они одержат. МФЛ Тим же терпит первое поражение.